зовут Людвиг Шлафли. Я швейцарский гид. Я живу в 19 веке, и я открою для вас дверь четвертого измерения. Вы можете мне не поверить, но я провидец. Я одним из первых понял, что многомерное пространство действительно существует, и что можно изучать и геометрию. Жители плоскости смогли понять существование трехмерных многогранников. Почему же нам не понять многогранники размерности 4? Одним из моих основных достижений было описание всех правильных четырехмерных многогранников. Что такое четвертое измерение? Об этом написано много всего, авторы фантастических рассказов не устают о нем писать. Я буду объяснять с помощью доски. Вы увидите, что эта доска немного волшебная. Важно подготовиться к абстрагированию от мира, к которому мы привыкли, и представить себе мир, недоступный напрямую нашим глазам и другим органам чувств. Нам придется схитрить, как рептилия. Я поднимусь на обзорную площадку, которую, увы, вы увидеть не сможете. Попробую описать вам, что я вижу. Но прежде чем все это сделать, я проведу на доске прямую. Отмечу на ней начало отсчета. В каждой точке этой прямой можно сопоставить расстояние от нее до начала координат. Со знаком минус, если она левее начала, и со знаком плюс, если правее. Как обычно, мы обозначим это число через x и назовем абсциссом. Поскольку положение на прямой может быть описано одним числом, говорят, что прямая имеет размерность 1. Я проведу теперь вторую ось, перпендикулярную первой. Каждую точку доски теперь можно описать двумя числами, которые по традиции обозначают x и y, абсцисса и ордината. Поэтому плоскость имеет размерность 2. Если бы вы должны были описать жителю прямой, что такое точка плоскости, а последняя ему неизвестна, вы могли бы ему сказать, точка плоскости – это просто пара чисел. Перейдем к третьему измерению. Представим себе, что мел может рисовать в пространстве. И проведем третью ось, перпендикулярную двум другим. Точка пространства описывается тремя числами x, y и z. Мы можем сказать ящерицам, интересующимся, как устроен наш мир. Точка пространства – это просто тройка чисел. Перейдем к четвертому измерению. Можно было бы попытаться провести четвертую ось перпендикулярно к остальным, но это невозможно. Поэтому мы будем действовать по-другому. Конечно, можно было бы сказать, что точка четырехмерного пространства – это просто четверка чисел x, y, z, t. Но это не очень-то проясняет дело. Поэтому попробуем, несмотря ни на что, выработать геометрическую интуицию. Первый способ понять – это действовать по аналогии. Вот отрезок, потом равносторонний треугольник. И, наконец, правильный тетраэдр. Наша волшебная доска позволяет нам рисовать в пространстве. Как продолжить последовательность для размерности 4? Можно заметить, что отрезок, треугольник и тетраэдр
имеет 2, 3 и 4 вершины соответственно. Поэтому стоит попробовать с 5 вершин. Попробуем. В отрезке, треугольнике и тетраэдре ребрами соединены любые 2 вершины. Поэтому мы должны соединить все 5 вершин, каждую с каждой. У нас одно ребро, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ребер. В тетраэдре треугольную грань образуют любые 3 вершины. Сделав то же самое, мы увидим одну треугольную грань, 2, 3 и так далее, 10 граней. Но действуя по аналогии, мы должны будем также добавить тетраэдральную грань для каждой четверки вершин. Их будет 5. Ура! Наш четырехмерный объект построен. Назовем его симплексом и попробуем повращать его в пространстве, так же, как мы вращали тетраэдр. Конечно, мы должны представлять себе, что симплекс вращается в четырехмерном пространстве, а то, что мы видим, всего лишь его проекция на доску. Нам слегка усложняет жизнь то, что грани при этом могут перемешиваться и пересекаться. Да, чтобы видеть в четвертом измерении, нужен определенный опыт. Мы можем взять симплекс, находящийся в четвертом измерении, и перемещать его, чтобы он постепенно пересекал наше трехмерное пространство. Так же, как ящерицы видели многоугольник, появляющийся и исчезающий, мы видим трехмерный многогранник, который появляется, деформируется и исчезает. И вот симплекс пересек наше трехмерное пространство. Теперь мы познакомимся с другими четырехмерными многогранниками, пересекающими наше пространство размерности 3. Вот гиперкуб, обобщающий семейство, начинающийся с отрезка квадрата и куба. Стоит признать, что разработать интуицию для метода сечений, который мы только что применили, очень и очень сложно. Я открыл аналоги и косаэдра, и додекаэдра. У них довольно сложные названия, но я их буду называть просто 120 и 600, потому что у первого из них 120 граней, а у второго 600. Посмотрите на 120, как он пересекает наше пространство. А вот 600. Конечно, когда я говорю, что у четырехмерного многогранника 600 граней, я имею в виду его трехмерные грани. Да, эти 600 граней – тетраэдры. Тогда как 120 составлен из 120 додекаэдров. Позже мы узнаем их лучше. Чтобы посмотреть на эти четырехмерные объекты нашими трехмерными глазами, воспользуемся их тенями. Многогранники находятся в четырехмерном пространстве, и мы их проектируем на наше трехмерное пространство, точно так же, как художник проектирует пейзаж на холст. Мы уже делали это с симплексом. Возьмем гиперкуб. Конечно, он вращается в пространстве, чтобы мы могли рассмотреть детали. Вы видите, например, что у гиперкуба 16 вершин. Малыш. Но самое замечательное открытие. Объект, который назовут 24, и у которого нет никакого трехмерного аналога.
чисто четырехмерное создание. Я очень горжусь тем, что я его открыл. Восхищайтесь! 24 вершины, 96 ребер, 96 треугольников и 24 октаэдра. Чудо! Вот тень 120 во всем своем величии. В сложном величии, надо отметить. Проникнем внутрь и посмотрим на структуру. Восхитительно! 600 вершин, 1200 ребер. Из каждой вершины выходят 4 ребра. Абсолютно правильная структура. Все вершины, все ребра играют одну и ту же роль. Увы, проекция слегка ломает правильность объекта. Стараемся напрячь воображение. Вообразите себе объект в четырехмерном пространстве, в котором огромная группа вращений переставляет все его вершины и все его ребра. Вот чемпион 600. Огромная макромолекула с 720 ребрами и 120 вершинами. Десять ребер исходят из каждой вершины. Наше приключение с многогранниками в размерности 4 не заканчивается. Готов спорить, их стереографические проекции будут еще лучше.